прошлой серии эсэсовец по имени Август взял Кейт и Диану в плен. Но поскольку Кейт не смогла сдержать своей злости, она набросилась топором на двух охранников. Что же будет дальше, вы узнаете в этой серии. Приятного просмотра! Никогда в этом просто не будет! Вернемся еще раз! Завязали! Удрать, значит, хочешь, да? Let's do this, girl. It's where the game tells in. Oh, Carl, Sissy and Victim are beschissen. She's like a sugar to make him. Give us me. Вот дерьмо. Теперь они меня точно убьют. Мне жопа. Я в полной жопе. Hier kommen eine Stunde. Ты цела? Ты кто? Я майор Судаев, разведчик. А что ты здесь делаешь? Башка болит. Было объявлено о предателе. Сказали, что он ушел в эту сторону. Его инициалы я знаю, поэтому можешь не описывать его мне. Мне было приказано его уничтожить. Ты тут одна? А, есть, Диана. Ладно, пошли, я освободим. Пошли. Ну, по идее, она была здесь, когда нас взяли на допрос. Диана, это ты? Катя! Да, это я. Слушай, Диана, ты случайно не знаешь, где этот эсэсовец, на которого я с топором набросилась? А, этот... Он удрал. Вот идиот! Кстати, освободите меня, пожалуйста. Я тут уже 2 часа тухну, как бы. Ох, спасибо тебе большое. Ты меня выручил. Хм. Хайль Гитлер, мы поможем вам сбежать. Идите за нами. Ты зачем сюда пришел, фашистская рожа? А ну вали, а то расстреляю сейчас же. Сбежать, значит, поможешь, да? Асбест? Нет! Солдат, я не спал 5 лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Воу-воу-воу, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны.